Давайте так. Снимаем без микрофона. Как он такой? Потом скажем. Мы будем сейчас русскоязычные обзорвания. А в следующей ролике мы пишем на английском. И там есть такая функция. На русский перенесите на основном языке. Вам такая идея, чтобы собрать всех в комментариях. Читайте все, берите там силы для своих награды. Если все все это читать, а че это поездки, все такое вот. Вам дали войска назад. Вот войска. Вот. Круто сейчас. Здесь как огонь не упало. В общем, день китайских мандарин. В этой игре празднуют китайские дни. Да, это как круто, я только заставки покажу. Китайский праздник, заставки. Это будет, наверное, тоже классно. А где это? Ну-ка, стоять, давайте сюда. На всех атакуйте, будет шикарно. Так, остальные я вам советую, конечно же, найти нам это вам. Для банана. Нам нужно больше банана. Для у нас тут на защиту. Для защиты у нас тут для добычи 10 человек. Мы можем еще отправить. Побольше чего тут, блин. Забираем это все. Давай, давай. Всех отправляем. Посмотрим, что будет. 4. В общем-то, праздник. Там прикольно. Да, покажи героя. Может быть, что-то изменилось. Посмотрим. Вспомним, что тут реально изменилось. Вот что-то новое. Пробежит. Вот жетончики. Кстати, она висит на эту персонажа. Вау. Она прям на все идет? Ну, почти на все, почти на все. А, редкость, время открыть, вроде редкость. Самый редкий у нас персонажа. Точно ясно. Самый редкий. Не получено. А, так я тут как-то не понимаю. Серебро. Золото, серебро. Ну ладно, возможно. Ошибочка тут желтый посерединке. Железный кулак. Он, наверное, самый прикольный. Реально, он был раньше по другим, на превьюшке есть, не знаю. На превьюшке, о, смотрите, 2 дня, точно, я забыл вообще про него, бой. Астральный колизей. Когда начнем мы там, сражаемся там планет. Состояние боя, скоро время, правило. Ну, в общем, тут правило, чтобы его успеть, вот превьюшку прям бам, дай. Вот она. Интересно было. Возможно, читайте новую башню к этому, к этой игре. Есть космическая. Из-за этого нам дали новый персонаж в игре. Космический один, да, как имеете? Космический. Сейчас, слушайте, защита,
Плюсики снова. Нагрелини, вообще атакующий. Интересно. В общем-то, короткий ролик. Всем за просмотр. С вами Макс Риск. Мы узнали, что празднуем пока есть праздники, а потом уже будут что-то и делать в игре. Ну, пока есть праздники. Нажимаем забрать. Ну, вроде все. Всем за просмотр. С вами Макс Риск. Всем удачи и пока.